Несмотря на свой юный возраст, эти ребята с цифрами на «ты». Будущие программисты, банкиры и инженеры за считанные секунды решат сложнейшие комбинации. Впрочем, что тут рассуждать? Название команды говорит за себя. Интеллект! 22 марта, 1892 год. Это будет вторник? Блин, он реально крутой. Мы не танцуем и не поем, а мы вот да, хотим показать свой талант. Да. Не могу сказать, что мы самые умные, но мы учимся в одной такой в одном образовательном центре. Вот мы там все друзья учимся каждый день, там тренируемся вместе. Колдей делает наши зубки здоровыми и белыми. Такой долгий путь проделали, чтобы попасть сюда. Столько дней прошло, как мы тренировались, вот хотели победить. Честное слово, в этих детей я влюбилась. И даже скажу честно, у меня племянник, ему 3,5 года. И я обязательно отдам его в ментальную арифметику. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, интеллект на первом месте. Ваэль будет собирать стаканы и одновременно считать двузначные числа. И в этом мне понадобится ваша помощь. Ваэль, ты готов? Да. 46 прибавить 38, прибавить 94, прибавить 23, отнять 13, прибавить 65, прибавить 86, прибавить 25 равно... 364. Правильно. А теперь я буду собирать стаканы с закрытыми глазами. Ага. И одновременно считать трехзначные числа. И мне обратно понадобится ваша помощь. Хорошо. Сейчас. Ты готов? Поехали. 325 прибавить 436, отнять 184, прибавить 698, прибавить 568 равно... 1843. Правильно. Дети будущего, интеллект! Кыргызстан! Уважаемые судьи! Я вам скажу так, ребята... Вот никто сидящих из нас даже в зале
не сможет повторить такое. Правильно? Вы крутые. Спасибо вам большое, ребят. Увидимся чуть позже. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.